В магазине онлайн трейд приобретен чайничек взамен старому потекшему. Посмотрим, чем они нас тут удивили. Магазинчики мы посмотрели, конечно. Что там такое? Пакетик. Пакетик, кстати, не дали. Сказали. Кризис. Пакетики теперь платные. 5 рублей за пакетик платите. Нахрен бы этот пакетик, конечно, не нужен был. Я приехал, блин, на двухколесном транспорте. И такую коробку везти неудобно было. Пакетик ее надо было положить. Но сказали, блин, эти пакеты уже 100 пудов. Стоимость, блин, чайников этих, блин, до телевизора внесены. Кто-то еще решил подзаработать на них. Минус, конечно. Мелочь, а неприятно. Вот. Такая коробочка, чайник. Вот он, чайник. Мыловник какой-то. 3 литра написано. Это мы убираем. Так, вот он чайничек у нас, блестящий, черный. Повернем, вот такой он. Посмотрим дно. Вот оно дно. Капсульное написано, ну типа держит. Чайник, кстати, небольшой. Вот с чем сравнить. Вот с чем сравнить кружку нашел, не кафе. Вот смотрите. Вот так вот. Но написано, что там 3 литра. Свисток. Нажимаем. Чик открывается. Нажимаем чик, закрывается. Убираем кружку. Так. Ручка не движется. Вот так, держу за ручку, поднимаю крышку. Крышка. Ну, типа энерго, говорю, теплосберегающая. Что там внутри у нас? Ну, ничего нету внутри у нас. Вот такие дела. Ставим на плиту. Включаем воду. Вот так наливается вода. Я одной рукой наливаю, неудобно. Так, ставим сюда, воду выключаем. Где наша крышечка? Вот наша крышечка. Крышечку закрываем, вытираем, зажигаем. Посмотрим, за сколько оно у нас скипит. Так, ну вот внизу расширяется. Это хорошо, потому что языки пламени, когда сильное, чтобы быстрее нагревалось, не вылетали наверх и не грели, блин, шкафы. Так, ну подождем теперь. Засекаем время. Время засекли. Пока чайник греется, посмотрим знак за окно. У нас в Ростове идет дождь. Хотя прогнозы все с марта месяца выдает нам гидромет. Никаких дождей, засуха, апрель, май сухие. Сегодня 25 мая, кстати. Все лето тоже сухое. Ёпарасоте, какое к черту, блин, сухое. У нас дождь идет день через день. Кто дает такие прогнозы? Где этот бродяга седой там, который по НТВ? Мозги всем компасируют. Ну ладно, говорят, там за неделю, за месяц, за 2 месяца неправильные прогнозы. Тут, блин, через 2 дня и то неправильный прогноз. Я уж не говорю на неделю. Цветочки у меня растут. Так, что там у нас с водой?
Ничего, кипит, наверное. Кипит, говорю, закипает. Так. Время подходит уже чайнику вскипать. Смотрим, сколько тут прошло. Чуть ли не 5 минут. Для 3 литров воды. Не знаю, много или мало. Не по барабану. Так. Свисток. Там вертолеты у нас летают. Дождь, тучи. Солнце, правда, где-то выглядывает. И полетели вертолеты. Не знаю, на Киев пошли, наверное. Блин. Вот, 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 вот. Вот он свистит. Выключаем. Вот у нас кипел чайничек. Так, смотрим. Рукоятка. Да, рукоятка. Не знаю, браться можно. Вот видите. Горячеватая, конечно. Но браться можно. Кружка. Нажимаем. Чик. Наливаем. Кипяточек. Чик. На верхнюю вот на эту нажал. Так. Вливаем. Это нам не нужно. Прошло меньше минуты после того, как закипела вода. Берусь за ручку. Нормальная. Как только закипело, было чуть-чуть горячевато. Сейчас теплая. Пожалуйста, можно брать. Чайник, посмотрите. Дальнейшее, как он держит горячую воду с этим дном и с крышкой, напишу там в комментариях уже на сайте этого магазина или куда там пишут. А так, чайник более-менее симпатичный. Нужен был чайник со свистком и такой, чтобы не развалился сразу, дно не треснуло пополам, как некоторые пишут в отзывах. Ну вот, выбор пал вот на этот вот чайничек. Где он, еще раз посмотрим. Чайник Мелони, 3-литровый, черный, из нержавеющей стали. Вот так вот. Магазин Online Trade. Вот такой небольшой видеообзор. По первому впечатлению, чайник для меня на 5. Обслуживание в магазине кулька не дали. На 2 кулек нужен был. Ну, прямо Алис как нужен был. Ну, ладно, 4 поставлю, так уж и быть. Пусть кульки, блин, купят. В общем, всем желаю попить чайку в этот ненастный дождливый денек. У кого он есть. А может, у кого солнце, тому газировку и мороженое. Пока.